Сегодня мы приготовим меренговый рулет. Что для этого нужно? Для начинки мы возьмем бананы, 6 яиц, ванильный сахар, лимонная кислота нам понадобится, сахарная пудра, понадобятся сливки и творожный сыр. Давайте готовить. Отделяем мы белки от желтков и начинаем взбивать на средней скорости. Как только вот появится пышная пена, мы добавляем сахарную пудру. И добавляем обязательно обороты. Добавим щепотку соли и щепотку лимонной кислоты. Включаем на высокую скорость и взбиваем до плотных пиков. Где пошли? Взбили до густых пиков. Предварительно мы застелили пергаментной бумагой и выкладываем наши белки. Безе наше готовится, уже пузырики, вот они, какие красивые. Делаем крем, взбиваем сливки с сахарной пудрой. На средней скорости и добавляя по одной ложке сахарной пудры, прибавляя обороты постепенно. Желательно брать, конечно, сливки 33%, они лучше взбиваются. Вот, пока мы крем делали, наше безе уже, как видите, готово. Пузырики большие. Само безе красивое. Приобрело такой коричневый цвет. Пора его вытаскивать. Мы будем его переворачивать этими пузырями вниз. Снимаем осторожно пергаментную пленку, чтобы не навредить нашему безе. Вот так вот аккуратненько, аккуратненько. Все прекрасно. Остывает оно минут 20, не больше, и наносим этот крем. И разравниваем его по всей поверхности этого безе. Делаем начинку, бананы нарезаны кружочками. По всему безе раскладываем. Если остался крем, можно полить бананы сверху еще. И начинаем сворачивать наше безе. Крем наш уже, как видите, застывает, но мы придадим форму пищевой пленкой. Вот так ее обтянем и придадим красивую форму рулетика. Вот такой у нас рулет получился, красивый. Вот я думаю, что будет вкусный. С остатков крема мы еще сделали вот такие вот, как бы, кексики с бананом. Добавили банан, и вот у нас получились вот такие кексы. Кремик.